беру, на другой смотрю. Третий примечаю, а четвертый мерещится. Вот это я понимаю, муж. Все в дом, все в семью. Я так понимаю, ты на засолочку собираешь, да? Чтобы у нас к новогоднему столу были огурчики. Я, ну какая засолка? Я же видел, бабушка их вскрывает там, что-то ложечкой сушит на семена. Семена? На теплицу как раз, ну на маленькую, на такую домашнюю. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вновь на своей ферме. И мы, Дмитрий Степанищев и Нина Милейко, сегодня расскажем вам о том, как же выращивать огурцы в теплице. Действительно, это так. Мы находимся в Крымском районе, в поселке Южном, в гостях у Микаила. Здравствуйте, Микаил! Здравствуйте! Итак, прежде чем начать серьезный разговор о сельском хозяйстве, предлагаю узнать немного больше информации о нашем гостеприимном хозяине. Гасанов Микаил Тагарович живет в поселке Южном Крымского района. В 2015 году купил 1 гектар земли и построил 14 теплиц по 7 соток каждая. Занимается выращиванием овощей, помидоров, огурцов и кабачков как в открытом, так и закрытом грунте. Чтобы обеспечить необходимый уход растениям и дать заказчикам нужные объемы продукции, привлекает наемных рабочих. Упор в производстве делает на сорт томатов Pink Paradise и огурцы Герман, которые можно использовать для консервации и просто для салатов. Итак, Микаил, а давайте, наверное, начнем с главного. Теплицы у вас стоят посреди поля. Да. Вот, а как получается, как-то землю дополнительно готовили под огурцы или нет? Или просто высеяли как есть? Нет, земли здесь, в самом деле, хорошие земли здесь вообще, да. Просто хорошо подготовили, ну, на подлочи, там, пахать землю, почву хорошо подготовить. Подготовить каким образом? Что-то вы завозили все-таки какой-то? Ничего вообще? Ничего. Просто вы ее вскопали, размягчили, убрали сорняк и... Да. А хорошо, так. А впоследствии как-то что-то добавляли в землю? Какие-то удобрения вносили? Никаких, ничего. Навоза, ничего это вообще, ни компоста, ни перегноя? Это у нас второй год, но все, вот земли и так, вот они хорошие земли, вот ничего не надо. Земля отдохнувшая. Да. Это то, о чем я тебе говорил, что в Краснодарском крае пал черенок от лопаты. Да, воткнешь, и все растет. И через год яблоня. Ну, я, кстати, еще слышала такое, что целина первые 2-3 года самостоятельно действительно плодоносит без всяких удобрений. Ну, да, потому что земля она уже сформирована, да, и в ней отдохнувшая, и в ней достаточное количество всяких микроэлементов, и состав очень хороший у нее. Хорошо, получается, берем, да, там, поле. Там вспахали его, по мотоблокам прошлись, все подготовили. Как определиться сортом? У вас сорт Герман. Герман номерной. Это Герман номерной SV4097. Так называть это семена. Это второй год уже мы это сажаем, вот это семя. Первый год вы уже знали, что он даст вам такой урожай, или вы экспериментировали? Нет. У нас много сортов было, вот это самый. Ага, который, это тот, который то себя показал. То есть вы для эксперимента сколько сортов высаживали? Первый год 4 сорта были. 4 сорта? Ну, один вот это мы, да. Вот, на нем и остановились. Да. Получается, а в чем плюс этого сорта? Он, во-первых, он от болезней до сего, вот, как терпимый. Вот, такой. Ну, то есть таким с хорошим здоровьем и иммунитетом. Да. Сам вот плод огурцы, красивый цвет, вот зелененький, урожай очень, во-первых, урожай, это очень урожай хороший, дает очень... Они, мы вот все-таки называем слово сорт, но я так понимаю, это не очень корректное название, потому что это гибрид, правильно? Потому что сорт это то, с чего можно взять гибрид, семена. Да. А это гибрид, и у него, естественно, как у гибрида есть свои преимущества. Он не болеет, как вы сказали, да? И еще я так понимаю, что ему не нужно опыление никакое. Нет, никакое опыление, он самоопыляющий, да, вот. И то есть... во-вторых, огурцы надо это как фундамент, дом, фундамент, вот дом строит, фундамент хороший, также рассаду хорошую. Вот. Так, а где вы рассаду компонуете, организовываете? Сначала здесь же, в теплице, или у вас есть какое-то отдельное помещение? Нет, отдельно теплица, там рассаду, в стаканах, вот, в стаканчиках, в землю. Вот там, когда в стаканчиках землю, да, там навозом, торфом, вот это все смешивается, да. Сколько вы сажаете, просидим, я просто уже разошлась, я все больше хочу информации. А сколько вы в каждый стаканчик по одному семечку или как-то, как вот в схожесть у них у этих семян? Ну, 100%. 100%. То есть сколько посадили, выросло. Да. А, вот смотрите, я так вижу, что у вас они достаточно плотно высажены.
Примерно на каком расстоянии друг от друга надо высаживать, чтобы они не мешали друг другу? Ну, между рядами это 8 сантиметров у нас, а между плодами огурцы это 30 сантиметров. В этом 30-35, вот, в этом это случае нормально. Корни не мешают? Не, не мешают, да. Так, хорошо. А если мы говорим о том, что вот мы определили сортом, да, это будет номерной Герман, а получается проблема-то в том, что мы же не можем взять на семена? Не. Угу. А где семена? Как-то по интернету, либо в магазинах? Где их искать-то? Не, семена в магазине. У нас мы покупаем это второй год уже. Магазин есть такой в Славянске на Кубани. Вот это филиал, по-моему, в Краснодаре. Вот тоже есть это, Росток. А, то есть найти можно, да? Михаил, ну вот скажите, а семена все-таки как вы выбираете? Они же у кого-то, там у одних фирм получше, у других фирм похуже. Чтобы всхожесть была стопроцентная, как вы? Или на страну-производитель? Ну, страна-производитель, в основном... Голландский вот семена, это вот в основном. То есть у них они более надежные по схожести. Да. Так, хорошо. Высадили в стаканчике, да, в землю, перемешанную с торфом. Рассадили, получили рассаду. В какой момент уже рассаду можно пересаживать вот в грунт, в теплицу? Да, сколько? Вот смотрите, неделя, да, две, мы же видим, что у вас здесь теплица, считается, у нас конец сентября, а у вас молодые совершенно побеги плодоносящие. Как вы определяете? Обычные дачники не по лунному календарю, там по звездам ориентируются, а вы все равно же, у вас бизнес, и вам нужно четко понимать, чтобы к определенному сроку. Третий лист, вот стаканчик, если рассада уже третий лист, уже можно уже пересаживать. И не важно, какие климатические условия за окном, что главное, чтобы теплица была, да? Да, главное теплица, Хорошо, дождались третьего листа, пересадили в грунт. Смотрите, огурцы у вас все подвязаны, причем подвязаны на мягкую сцепку. Вот, самый главный-то вопрос, их подвязывать сразу или дать еще чуть-чуть подрасти? Потому что, ну, если вот здесь, да, ну, уже метр кустику, и его уже, да, логично, что нужно подвязать, то мы у вас в теплице видели действительно там какие-то, ну, небольшие 30-сантиметровые ростки. На каком этапе вы подвязываете? Да. После 6-7 листа, вот, показывать можно же, да? Да, да, да. Да. Вот нижние огурцы, вот внизу 4 огурца, которые маленькие, вот, вот и таких вот. Мы их посынкуем, да, убираем безжалостно. Да, боже мой, моя бабушка бы сейчас просто устрадалась. 4-5 надо самый первый внизу огурцы-то убирать. Потом подвязывать. Вот а я смотрю, вы их прямо вот вокруг ствола обвязываете. То есть я просто видел, вот, что. Допустим, вот так я сейчас покажу. Вот, все это. Вот, вот он, допустим, вот не подвязанный, да, вот так. То есть прям за корень. Все. Да, вот практически. Взяли, вот эти усики обязательно тоже убираем. Усы убираем, да, так. Эти убираем. А до какого листа вообще вы их посынкуете? Потом? Или вот вы первые, вот как вы показали, пропосынковали на там втором, третьем листе и больше не посынкуем? Или посынкуем? Да, вот не посынкуем. До... Все время, до высоты, пока до они высоты, не взошли. Да. Ага. Вот убрали эти вот, эту не надо вот убирать, вот эти усики. Вот верхние, молодые. Да, так покрутили. Я просто почему и про подвязку спросил, потому что я помню, там у наших многих знакомых подвязаны, огурцы подвязаны за кончик. Ну, то есть, вот он вырос, упал, его закончик подвязали, просто периодически... Ну, закончик, это не знаю. Периодически продернутые. А вы до какой высоты выращиваете их? До вверху, вот, да. Порядка, это сколько? Да. Ну, порядка 1,80 м. Да. Угу. И потом, как, каждый раз уже кончики отщипываете, чтобы они потом не лезли вверх? Два раза вокруг. Проволоки? Да, вокруг проволоки. Ага. И вот эту... пошип под вот эту все макушку, и это уже дальше убираем макушку, да, убираем по краям, снова по синке давать, уже не трогать, уже начинает вот ну что ж, друзья, Михаил, спасибо, чуть позже мы разговор продолжим, а сейчас я предлагаю узнать вообще, как огурцы попали на наши огороды и благодаря чему мы сейчас можем получать вот такой прекрасный урожай. Считается, что родиной огурца является Индия, где и сейчас растет один из его диких видов с маленькими, не особо сочными и безобразно горькими плодами. По мнению специалистов, селекция диких огурцов, а также активное включение этих плодов в меню в качестве приправы к мясным блюдам случилось около 3000 лет назад. Изображения огурца встречаются и на жертвенных столах, найденных в Египте. В Европу огурец попал, скорее всего, в эпоху греко-персидских войн лет за 500 до Рождества Христова. Первыми его стали возделывать римляне и греки.
веке. У последних во времена Гомера даже существовал город огурцов – Сикион. Греки и римляне круглый год выращивали огурцы в парниках и даже изобрели технологию их засолки в катках. Сегодня на прилавках встречаются десятки различных сортов и гибридов, один из которых – СВ-4097-ЦВ. Приехал он к нам из Нидерландов и активно высаживается на просторах России с 2013 года. Ценится за плодовитость, универсальность, а также за то, что плоды удивительно похожи друг на друга, будто скопированы с одного образца. Получается, вот вы два раза его вернули и уже даете разрастаться. Да. Вот меня еще очень... Мы когда, да, к программе готовились, я читал, что у Германа Плюс, ну так, по крайней мере, в интернете пишут, что у него все плоды вот как под копирку. Они очень похожи друг на друга, за что его там многие любят, что ты вот вырастил там три куста, и на всех трех кустах будут одинаковые огурчики, примерно по размеру, да, примерно по весу. Это действительно так? Так, да, стандарт, да, вот 9-10, вот так, вот, ну, больше 10 сантиметров. Больше 10, вот, да. Не вырастает. Не вырастает, да. Вот. То есть нету такого, что где-то не увидел огурец, там, да, она через неделю пришел, а там вот такая, уже почти кабачок. Ну, она... Так, длину нет, да, вот. Да, набирает все равно, да, да, объем. Равно набирает, ну, слушайте, да, я так понимаю, что вот такая форма посадки, она существенно облегчает сбор, это правда? То есть вы не теряете их, я потому что помню, что в нашей вот такой маленькой грядке это нужно было туда подлезть и разгрести эти заросли. Здесь, я так понимаю, все проще и быстрее, да, сам процесс? Да. Так, хорошо, Михаил, вот получается, мы подвязали, дали вырасти на метр. Вы говорили, что поскольку это гибрид, он устойчив и к болезням, там, и к насекомым, но все равно чем-то же обрабатываете его ради профилактики? Ну, это обязательно, конечно. Mm-hmm. Вот огурцы — это такая, это культура, что от клеща у тебя, вот если от клеща сохранить его, то дольше будет. Клещ вот, листовой вот какой-то, да? Да, да, клещ вот. Да, а вот клещ, чем, да, вот, ну, в смысле, какими-то вы стараетесь более экологичными способами, там, я не знаю, сразу вспоминается зеленое мыло бабушкино или что-то, да, в этом духе. Только от вредителя вот это... А, от спецсредствами. Да, да, спецсредствами. Да, также, ну, вот, допускаем, а вот продается в магазине. Вот а подкормки в процессе? Ну... Земля все дает вам, вы ничем их не кормите вообще, не поливаете, ничем, не подкармливаете? Нас, ну, вот землю, вот, да, это... Ну, через день полива, вот, каждый день, через вот, день вот полив. Вот по поводу, да, полива, да, я читал и знаю, по крайней мере, я помню, как у нас бабушка весь день грела воду, чтобы вечером теплой водой упаковшечку, а то еще и подогреет, поскольку там, как она говорила, огурец любит, чтобы корни были в тепле. Как в рамках теплицы? Я у вас смотрю систему автокапельного полива. Или это не, да, капельный, это капельный, какой, какая капельный, вода? Капельный, да. Это капельный. Угу. А как, да, получается, вы теплой водой, что ли, поливаете? Или как? Ну, или то, что, как вообще этот процесс происходит? Ну, процесс у нас вода не скважина, а у нас вода вот это с Кубани вообще, с канала вот это. Да. То есть, ну, он там нагревается? Нагревается, пока, да. А, то есть... это очень правильно, да. Вот. С холодной водой скважина это не... нежелательно вот это. Это все загубит. Да, загубит. Угу. Хорошо. Итак, получается, поливаем через день, поливаем также теплой водой. По возможности, ну, я так понимаю, что в рамках вот такой большой теплицы, да, на 7 соток, вручную уже не обойдешься. Система вот капельного автополива, она обязательна. Ну, или хотя, ну, бы, да, какого-то автоматического полива. Может, ну, даже, да, не капельного, но какого-то, да. Вот, кстати, если мы берем, да, вот по поводу полива, я вот видел еще системы полива, которые сверху подвешиваются, да, и как туман получается, вот как водяной туман. Огурцы можно так поливать? Нет, это зелень. А, ни в коем случае, чтобы лист не этот. Ни в коем случае, да. Чтобы лист не мочился. Да, да. Итак, получается, высадили на третьем листе, когда рассада получилась, на третьем листе высадили в землю, дали чуть подрасти, подвязали и потихоньку-потихоньку начинаем посынковать. Да. Начиная где-то до шестого листа посынкуем. Но... И первые вот такие четыре огурчика. Убираем. Да, да. Хотя это, да, ну, все-таки первый урожай. Ну, да, даже есть же такие вот банки, вспомни, с такими маленькими. Да, как они называются? Корнишоны. Ну, это, наверное, сорт такие. Нельзя солить? Или можно? Не, не.
Но они безвкусные. Ну, понятно. А скажите, вот еще важный момент. Как-то вы с сорняками боретесь, потому что для российского, советского, русского человека это просто страшно. Ну, вот для нашей бабушки это просто катастрофа. Да, это нужно пропалывать вот в течение вот всего срока. Как вы боретесь? Как-то боретесь с ними? Что делать? Чем боретесь? Боремся, но в землю мы ничем, вот это химикатами, шелушкой, да. Прополки какой-то, тяпочка или что-то убирается? А как часто? Как часто приходится? Просто пытаюсь понять, сколько трудозатрат. Вот понятно, что вот основной вклад на начальной стадии прорастить семена, за ними там собрать землю в эти стаканчики, высадить их, подвязать. А вот потом, до момента созревания, сколько трудозатрат на то, чтобы их содержать, чтобы они росли, или только ходить щипать? Правильно, ей же нужно это понимать. Меня в теплицу посылать, или я могу спокойно чем-то еще заниматься? Огурец, вот такая культура, вот, ну, сейчас ночи холодные, когда вот 12, ну, 15 градусов, ну, 12 уже, как он, рост там, ну, не растет, да, останавливается, вот. А когда пром, за сутки 15 сантиметров растет. Это очень через, быстро? Да, через день надо вот все это крутить. Вокруг. Ага, это, да. Ничего вот себе. Это убирать, ну да. Видишь, ну, это то есть отдыха нет, только да. Когда, значит, они... Я надеюсь, что как-то ты посадил, и они там себе сами ждут, когда их уже соберешь готовенькие. Кому в теплице работать? Диме в теплице работать. Получается, пропустили, уже невозможно. А, они все уже, да, я поняла. Хорошо, чуть-чуть попозже мы продолжим. Сейчас же предлагаю немного отвлечься. И понять вообще, а зачем огурцы необходимы нам на столе и какая вообще от них польза. Огурец заслуженно считается одним из самых популярных и распространенных овощей в наших широтах. Огурцы неизменно присутствуют на любом домашнем столе. Они хороши как в свежем, так и в маринованном или малосольном виде. Их относят к низкокалорийным продуктам, за счет чего широко и активно применяют в диетическом питании с целью разгрузки, выведения лишней жидкости и избавления от лишнего веса. Кроме того, этот овощ содержит набор витаминов, необходимый сердцу и сосудам калий и натрий. Сок огурца оказывает желчегонный эффект, частично растворяет соли желчной кислоты и мелкие камни в желчном пузыре и протоках. Если вы страдаете отсутствием аппетита, обязательно включите свежие огурцы в свое меню. Они не только насыщают организм полезными витаминами и микроэлементами, но и улучшают аппетит. Ну вот по факту, да, если говорить по трудозатратам, я же так понимаю, вы не один здесь работаете, правильно? Да, и да. Вы сами говорили, да, и мы в начале программы это поясняли, что вы пользуетесь наемным трудом. Сколько людей у вас вот помогает? Сколько нужно человек? На одну возьмем, да, теплицу 700. Нам нужно просто посчитать, у нас как семья. Потянет, да, семейный подряд потянет. Да. Сколько получается работников нужно, чтобы за одной такой теплицей ухаживать? Ну, за теплицей здесь 700 у нас, вот здесь 3150 кустов, это огурцы. Но один человек постоянно работает, вот и справится вот. Постоянно, чтобы каждый день. То есть... Один каждый день. А сколько часов он работает один на теплицу? Ну, 10 часов. Ага. То есть спокойно, если тебе так хочется, ты уходишь с работы, садишься дома, мы ставим тебе теплицу. И с 8 утра до 6 вечера каждый день 3150, да? Слушайте. Ну, это какая медитация, мне кажется, своего рода сюда на весь день заходить. Вот это. Когда весной можно высаживать вот в теплицу первые? Ну, если не отапливать, 25 марта, вот так. Ну, по климату опять. Весна, вот эти последние года весна холодная. В начале апреля или 120-го. В конце марта, в начале апреля. И я так понимаю, что тогда в начале июня мы имеем первый урожай. Даже раньше будет. 45 дней урожай. Ух, вот это... Свеженькие огурчики в конце мая. Это как апрель. Если конец марта, то в середине мая, можно уже либо себе на салат, либо на рынок выбрасывать. Ну и, соответственно, уже на реализацию, да. Получаем. 45 дней созревания. Огурец куст у нас одноразовый. Сколько мы с куста получаем примерно? Примерно мы это не считали, ну, где-то килограммов 5-7. Вот. За вот весь период, да, его плодоношения? За одного куста, да. Ну, в целом, на самом деле, неплохо, если мы... Теперь на 3000 кустов умножай это, пожалуйста. Да, и получим, ну, так очень-очень даже, я хочу сказать. Но, на самом деле, насколько я знаю, средняя всхожесть у них идет от 2 до 4, да? Но вот если мы возьмем, например, 4 килограмма с куста, 3000, ну, очень даже получаем 12... Хорошие цифры мы посчитаем сейчас. Да, мы посчитаем.
И вот получается, что вот на одну теплицу в 7 соток на 3150 кустов мы тратим порядка там 11 с небольшим тысяч на семена, а по 3,60 за семечко? Да, да. За семечко или за упаковку семечек? За одно семечко. За одно семечко. Одно семечко, 3 рубля 60. Ну хорошо, но подожди. Но этот куст в итоге может дать от 2 там, до 4 килограммов огурцов. Готово, да, о чем речь. Вот. Так, удобрение. Порядка 15 тысяч рублей. Но я так понимаю, это вот вы удобрение не вкладывали? Или это вот как раз... болезни. Болезни, да, болезни вот это... То есть, да, ну, лекарства называют. Ну, то есть, да, сюда да. мы убираем лекарства, в эту же сумму убираем, кстати, вот эти торф и перегной, когда мы рассаживали по горшочкам. Да, да, да. Ну вот, а расход горючего порядка 18 тысяч рублей. Горючее нам на что нужно? Горючее, вот там блочи теперь, работать землю. Поливать вот это. Ага. То есть это не даже не на доставку, это имеется в виду на вот функциональность да, теплицы. Угу. А это еще, я хочу заметить, это у нас еще нет отопления в теплице, да, получается? Нету, да. Так, то есть, ну, было бы, солнышко да, тут. Затем, зарплата рабочим. В среднем сезон, вы говорили, длится порядка вот 8 месяцев. Это начиная там с апреля. С марта, да, с марта-апреля по октябрь, где-то вот в этот период. Получается, на одну теплицу, вот, кстати, вот раз ты собираешься этим всем заниматься, ты будешь получать, ну, порядка 18 тысяч рублей. А, ну хорошо, то есть тоже в деньги в бюджет пойдут, да, семейные? То есть мало того, что я буду снабжаться, как можно сами сэкономить, я буду еще зарабатывать. Но я знаю, что у вас 14 теплиц. Да, 14 теплиц. У вас порядка 10 работников, и в целом-то на зарплату уходит львиная доля дохода. Ну, у нас, наверное, рабочие, вот, 100 рублей в час вот работает. Вот они. Средняя цена. А не пробовали семейный рублей. Подряд какой-нибудь и огурцами с ними рассчитываться? Или это еще невыгоднее? Это конкуренция. Вот это 10 часов, вот это по 1000 рублей. Вот. 1000 рублей в день? 1000 в день. Ну, сейчас прохладно, но уже в август месяце 40 градусов, здесь не каждый человек же будет. Ну да, кстати, да. Да, кстати, за вредность да. еще и молочка да. надо наливать, точно. Угу. Ну и плюс организация капельного полива, это порядка 10 тысяч рублей. Это на шланге. На одном, да, вот это. А вы его меняете капель. Каждый год? Каждый год, да. А он как-то себя... Ну, главный магистраль вот этот. Труба вот пластиковая, она не меняется. Разово, да, не меняется. Да, а вот понятно. Эта самокапельная лента, да. Она изнашивается она каким-то образом. Забивается же, да, вот. Угу. Да, фильтр, ну, фильтруется, ну, все равно. Ну, понятно. Да, угу. Да. Но, смотрим дальше. Получается, что если мы берем самый минимум, это 2 килограмма с куста. Ну, это какой мало. Тут один огуречек? Нет, посмотри, нет, мне кажется, это, грамм 200. Это тот минимум, который пишут производители сорта Герман, что вы соберете минимум 2 килограмма с куста. А по-хорошему вы говорили 4 где-то, да, килограмма? Даже больше. 5-7. Даже 5-7. 5-7, я помню цифру. Давайте отталкиваться к какой-то усредненной. Ну, 5, например. 5, давайте возьмем, да, 5 угу. килограммов. Получается, средняя цена, то есть это если 5 килограммов с 3000 кустов, это порядка 15 тонн огурцов. Ну да. Да, и цену вы говорили, что сейчас на рынке 25 рублей цена за огурцы. Средний, да, летом вот 25 вот. 20-25 вот. А весной? Да. Там же, вот смотрите, какое окно ну, есть. Весной цена хорошая, но не, у нас, да, вот неотапливаемая теплица, да. Вот. А, то есть, mm-hmm. может, да, я поняла. Весной, но, тем да, не менее, февраль, если... Март, цена хорошая, 150 и 200 рублей, 150 рублей, да. То есть, вот в это окно, условно говоря, можно, если погода, скажем так, нам благоволила, и мы действительно к середине мая собрали урожай первый, да, то его можно прямо по 150 рублей реализовать. Нет, ну, среди мая, нет, да. Ну, в среднем 70-80 рублей. Цена ну, была. Тоже не 25. Да, но чтобы все-таки морально подготовиться, да, к тому, что у нас все равно прибыли не будет в первый год, мы берем среднюю цену по году, там, 25 рублей. Угу, угу. 15 тонн, это порядка, там, 300 тысяч рублей, вот, с одной теплицы. На 7 соток мы можем заработать. Но и затраты не маленькие, да? Там, маленькие, да. Там порядка 200 и больше затраты. Михаил, спасибо вам огромное за информацию. Мы, в свою очередь, тоже постараемся вам помочь. И я знаю, что у фермеров всегда есть какие-то определенные вопросы. А наши коллеги обратились в Министерство сельского хозяйства, чтобы выяснить, а какие субсидии фермеры сегодня могут получить на семена элитных сортов, огурцов и других растений. В этом году у нас как бы новый вид субсидий – это поддержка овощеводов, в частности, за приобретенные семена овощных культур, в частности, томатов, огурцов, баклажанов для открытого защищенного грунта. Сумма очень значимая – 39% от понесенных затрат.
То есть с минимальным пакетом документов сельхозорганизации могут получить этот вид субсидий. Итак, Михаил, спасибо огромное. Мы сегодня были в теплицах огуречных, и с вами были Дмитрий Степанищев и Нина Милейко. Увидимся на своей ферме. Один беру, на другой смотрю. Третий примечаю, а четвертый мерещится. Вот это я понимаю, муж. Все в дом, все в семью. Я так понимаю, ты на засолочку собираешь, да? Чтобы у нас к новогоднему столу были огурчики. Ян, ну какая засолка? Я же видел, бабушка их вскрывает там. Что-то ложечкой сушит на семена. Семена? На теплицу как раз. Ну, на маленькую, на такую домашнюю. Ты слушал вообще, что нам Михаил говорил или нет? Это гибрид. Он не дает семян, Дим. Значит, на